такой здравствуйте. Поздравляем вас с наступающим праздником. Благодарим вас за то, что даже в свои праздники вы работаете. Цветы и сладости для прекрасных работниц метрополитена. Активисты молодежки ОНФ поздравляют с наступающим 8 марта Елену Стругавщикову. В метрополитене она трудится 3 года, помогая тем, у кого возникают сложности на турникетах, работает на кассе. Говорит, поздравление стало приятной неожиданностью. Праздник вообще радостный, веселый, весна, а когда цветы, вообще очень приятно. Поздравили активисты и пассажиров. На станции Алабинской представительницам прекрасного пола подарили более 100 тюльпанов. Общественники говорят, для них это важный и приятный праздник. День, безусловно, очень важный для всей нашей страны и региона, потому что женщины, девушки – это, безусловно, фундамент всех семейных ценностей. Прекрасные эмоции, действительно, очень неожиданно. Акцию также провели на остановках общественного транспорта и на городских площадях. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.